Такая вот красота. Буквально неделя пройдет, этого ничего уже опять не будет. Все облетит. Так мне нравится, прям уходить не хочется отсюда. Смотрите, какие замечательные. Чуть-чуть ведь домой не ушли. Такие огромные. Это вот одна такая огроменная. Офигеть. Это он. Так, и вот еще местечко одно нашли. Еще такие вам ху красоточки. Замечательно. Лисички прямо тут. Офигеть. Прямо тут лисички. Они уже растрескались. О, огромные такие. Нифига себе. Так, вон, за лисичками иду. Несколько штучек. Не знаю, идти дальше или нет. Лисичечка. Идеальная осенняя картина, когда ты идешь, светит солнце, падают листья, ты их пинаешь сухие. Ой, пахнет вообще обалденно. О, мама еще кучку нарвала. О, красный, ты говоришь, не видно. Я прям сейчас увидела. Они сейчас, видишь, цветом-то такие. Вот, смотри, какой хорошенький. Угу. Как тот такой же, да? Вообще нормально. Так. Начала драть вон там эту самую. И вон что тут. Лисички, ура. Много причем. Как раз. Отлично, они нас всегда спасают. Так, это чтобы не потерять. Еще тут где-то видела. Лисичечки, сестричечки. Хорошенькие, молодцы. Ну, мы сейчас пожгем, так поищем еще лисичек здесь. Слышишь, такие хорошие. Нормально. Вон еще под... Ой, а тут сколько их много. Вообще классно. И сразу комары начинают жучить. Так. Эх, лисички, молодцы. О, под деревом еще. Отличненько. Прекрасненько. Так, вот костер мы разворошили немножко, потому что хватит нам уже. Уходить помешать. Ну, уходить, не уходить. Сейчас чай пьем, сидим. Солнце вышло, вообще нормально стало.